Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады новой встрече с вами. И сегодня нас ждет очень интересное путешествие. Дуняша, а в какую сказку отправимся сегодня? Сегодня, ребята, мы побываем не в одной, а в нескольких разных сказках. Как вам такая идея? Нравится? Да! Ну тогда давайте не будем терять времени, ведь мы должны многое успеть сегодня и отправимся в путешествие прямо сейчас. А помогут нам в этом загадки. Правильно! Загадки! Загадки! Ну что, все готовы? Да! Отправляемся в путешествие и слушаем первую загадку. Бабушка девочку очень любила. Шапочку красную ей подарила. Девочка имя забыла свое. А ну, подскажи имя ее. Красная шапочка! Молодцы! А теперь внимание! Задание для вас. Вот посмотрите на эти предметы и скажите, какой из них больше всего подходит к сказке о красной шапочке. Правильно! Давайте покажем нашим телезрителям. Вот, ребята, выбрали красную шапочку. Действительно, у главной героини сказки была тоже красная шапочка. А кто помнит, кто подарил эту шапочку? Бабушка. Правильно, бабушка, умнички. Ну что, идем дальше? Да. Слушайте следующую загадку. Лечит маленьких детей, лечит птичек и зверей. Сквозь очки свои глядит добрый доктор. Вы уже прям нашли предмет, который нам подойдет, правильно? А знаете, как он называется? Слушалка. Слушалка? Ну, это мы так говорим. Этот инструмент, ребята, называется фонендоскоп. Сложное название? Да. Сложное. В медицине много сложных и непонятных слов, ведь они пришли к нам из других языков. А вот этот инструмент, он помогает прослушать сердце и легкие пациента. У меня такой дома есть. Правда? Ну, замечательно. У меня. Ну что, ребята, идем дальше. Слушаем следующую загадку. Внимательно слушайте. Он разбойник и злодей. Свистом он пугал людей. Кто это? Свисток. Свисток. Разве свисток? Сели на свои места. Свисток. Неправильно. Вспоминайте героя сказки. Соловей-разбойник. Правильно, Миссия. Соловей-разбойник. А вот этот предмет, который называется свисток, действительно мог бы подойти соловью-разбойнику, да? Но в сказке-то он обходился без свистка. А вот скажите мне, разве свистеть хорошо? Нет. Правильно, некрасиво свистеть. А вот свистком пользоваться можно, например, в спортивной игре, да? В футболе. Да. Плавание. Баскетбол. Вот свисток предупреждает о начале или окончании игры, верно? Нет. А кто мне скажет, где еще можно увидеть свисток? Подсказываю, на проезжей части. На физкультуре. На проезжей части кто стоит? Милиционер. Правильно. Молодцы. Вот, сигнал свистка милиционера предупреждает о том, что водителям и пешеходам нужно быть очень внимательными на дороге. Если на красном переедешь, то милиционер снимет права. Заберет права, действительно. Поэтому права нарушать нельзя. Я готова прочитать вам следующую загадку. Слушайте? Да. Деревянный озорник из сказки в нашу жизнь проник. Любимец взрослых и детей, смельчак и выдумщик затей, проказник, весельчак и плут. Скажите, как его зовут? Буратино. Правильно. Действительно, да вы такие молодцы. Давайте покажем ребятам. Вот ключик, но в сказке был золотой ключик. А кто мне скажет, зачем Буратино ключик понадобился? Дверь открыть. Какую дверь? Золотую. Тайную дверь папы Карла. Молодцы. Ну что, попробуйте отгадать героев в следующей загадке. Внимательно слушайте. Возле леса на опушке трое их живет в избушке. Там три стула и три кружки, три кроватки, три подушки. Угадайте без подсказки, кто герои этой сказки? Медведь! Вы такие молодцы! Правильно? Кружку показали, действительно. Кружка вспоминается в сказке о трех медведях. А кто мне скажет, кто еще был в той сказке?
Три красная шапочка. Разве красная шапочка? Маша. Правильно, Маша. Девочка Маша, она съела всю похлебку, да? Мишутки, ну а еще что она сделала? Каталась на стульчике и сломала стульчик. А еще улеглась спать на кроватку медвежонка. Ну, ребята, а следующую загадку, я думаю, вы не сразу угадаете. Слушайте внимательно. Он в Италии родился. Он своей семьей гордился. Он не просто мальчик-лук. Он надежный, верный друг. Какой лук? А ну-ка присядьте. Чиполлино. Молодец. Чиполлино. Правильно, лук напоминает Чиполлино на голову. Да, ну Чиполлино это был мальчик-лук, совершенно верно. Кто мне скажет, лук это полезный овощ или нет? Да. Конечно, полезный, в нем есть вещества, такие, например, витамин С есть, который помогает. Микробов, миллиона, тысяч. Лук укрепляет наш иммунитет, и наш организм очень легко борется с разными болезнями. А еще лук может заставить нас плакать, да? Да. Из-за лукового сока. А я чеснок ем. Молодец, будешь всегда здоров. Умнички. Ну что, ребята, я ошиблась, вы очень быстро отгадали загадку. Молодцы. Хотите послушать еще одну загадку? Да! Слушайте, все девчонки и мальчишки полюбить его успели. Он герой веселой книжки, за спиной его пропеллер. Карлсон. Молодцы, Карлсон. А у него еще был друг. Как звали друга? Малыш. А кто мне скажет, что больше всего на свете любил Карлсон? Варенье. А еще? Конфеты. Карлсон очень любил сладости, да? Ну, что у нас осталось? На столе ничего не осталось. Да, на нашем подносе ничего не осталось. Но вы же сказали, что Карлсон больше всего любил сладкое, да? Да, и сахар. Поэтому, ребят, я приготовила вам сюрприз. Это для вас. Угощайтесь. Довольны? Да. Понравился сюрприз? Да. Я очень рада. Ну, а наше путешествие подходит к завершению. Вы, ребята, молодцы. Правильно отгадали все загадки и правильно выбрали нужный предмет к сказке. А сейчас время уже позднее. Пора всем готовиться к отдыху. Давайте прощаться с нашими телезрителями. Дорогие ребята, мы прощаемся с вами для того, чтобы очень скоро снова встретиться. До свидания, девочки и мальчики. Ангела-хранителя.